трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В предновогодние дни сотрудники госавтоинспекции в Кирове стали уделять больше внимания машинам, оставленным под знаками «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена». Такие авто, сообщает региональное управление ГИБДД, оперативно эвакуируются. Кроме того, продолжает работать мобильный комплекс фото-видеофиксации «Паркон», выявляющий неправильно припаркованные транспортные средства. Если водитель-нарушитель, вернувшись к месту стоянки, не обнаружил свой автомобиль, инспекторы советуют ему позвонить по номеру 5-5-8. Трасса 101. Nissan второй раз за неделю объявляет о крупном отзыве машин. На этот раз речь идет о 106 с лишним тысячах моделей Almera, Tiana, Pickup, Tina, Patrol, Tirana 2 и X-Trail, которые были выпущены в период с февраля 2001 года по конец ноября 2012. В сообщении Росстандарта говорится, что у автомобилей со временем выходит из строя газогенератор подушки безопасности переднего пассажира. Металлические осколки могут в любое время выстрелить в салон. На сайте ведомства, как обычно, выложен список ВИН-кодов. Трасса 101. С 1 июля следующего года автобусы для перевозки детей должны быть оборудованы проблесковыми маячками оранжевого цвета. Это распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева. Цель ясна – сделать такие транспортные средства более заметными на дороге. Включать мигалку, кстати, водителю автобуса будет запрещено, если в салоне детей нет. Трасса 101. Компания Kia озвучила стоимость своей самой быстрой модели – фастбека Stinger, продажи которого стартуют в России в начале следующего года. Машина обойдется минимум в 1 999 900 рублей. В данной комплектации авто оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 248 лошадиных сил. Разгон до сотни – 6 секунд. Начальный ценник топовых версий будет приближен к 3 миллионам. Двигатель там 370-сильный, объемом 3,3 литра. Разгон до сотни – менее чем за 5 секунд. Лада Ларгус, назло Рено Доккер, подрастет на 28 сантиметров до 1 метра 93 сантиметров. Это будет одна из модификаций модели, выпуском которой займется подразделение автоваза «Виз Авто». Машина останется шестидверной. Объем грузового отсека новинки составит внушительные 2000 литров. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.